От смартфонов с гибкими экранами до умных очков. Современные дисплеи меняют жизнь к лучшему в самых разных сферах. Город Сямэнь провинции Фуцзянь с недавних пор приобрел статус промышленного кластера в этой области. Местные производители спроектировали и разработали множество инновационных продуктов. Например, ультратонкие экраны, которые легко сгибаются под разными углами, совсем недавно вышли на рынок, но им уже прочат большое будущее. Эти дисплеи можно использовать при производстве самых разных потребительских товаров. Например, в автомобильной промышленности, в первую очередь в умных автомобилях. Технологии не стоят на месте, и такие дисплеи будут становиться все более интеллектуальными. Новые экраны для автомобилей сгибаются под углом 30 градусов. Это позволяет гораздо лучше совмещать их с обтекаемыми элементами салона. Сямэньский научно-исследовательский институт, в котором разрабатывают дисплеи будущего, недавно представил миниатюрное устройство под названием MicroLED. Этот дисплей размером с почтовую марку имеет высочайшее разрешение и, предположительно, найдет применение в умных часах. По мнению разработчиков, новинка внесет кардинальные изменения в отраслевой ландшафт. По прогнозам отраслевых игроков, когда технологию MicroLED окончательно доработают, она породит целую серию продуктов на базе дополненной и виртуальной реальности. Это перевернет экосистему индустрии дисплеев. Сейчас в лабораториях Сямэня разрабатывают и вовсе крошечные дисплеи размером с четверть ногтя. Их будут устанавливать в очки дополненной реальности, чтобы в режиме онлайн преобразовывать голос в субтитры перед глазами пользователя. Эта технология значительно упростит жизнь людям с нарушением слуха.